Будемо з цим розбиратися. З нами на зв'язку головний редактор інтернет-видання «Гардон» Олеся Бацман. Олеся, добрий вечір. Добрий вечір. Олеся, ну ви теж, певно, спостерігали і спостерігаєте зараз за всім тим, що відбувається навколо зустрічі Володимира Путіна з Макроном, ну і майбутнього нормандського формату. Вас вчора не здивував тон розмови Путіна і Макрона? Адже вчора в нашій студії рівно половина гостей і чинні депутати Верховної Ради сказали, що зливають Україну, ну от все. І ліпший друг – це тільки Америка, вона нас врятує від всіх панацей. І це особливо, дорогой Владимир, одразу всі аж, знаєте, різану. Просто зауважили на цьому і сказали про те, що це, мабуть, йдеться про те, що Макрон йде на зближення з Путіним. Чи так? Ви знаєте, коли я пам'ятаю свої відчуття, коли Макрон став президентом Франції, мені це дуже подобалось. Молодий, продвинутий, красивий, енергічний. Вот настолько мне это нравилось, насколько я радовалась тогда, настолько мне сегодня и вчера неприятно от того, что я видела, когда Макрон буквально с сыновьей такой заботой обращался с Владимиром Путиным, как он его нежно обнимал, как он его верно ждал, как он его пересаживал в тень и сам садился на солнце. Конечно же, это все говорит только о том, что президент Макрон выбирает интересы, шкурные интересы, свои ли, французов ли, а не репутацию, международную репутацию и честь своей страны и интересы международные. В этом нет ничего удивительного или, ну, для нас неожиданного, наверное, да. Но я вам хочу сказать, что это еще раз просто показывает и доказывает, что нормандский формат не работает и не сработает. И если мы говорим о том, что президент Зеленский хочет сдвинуть с мертвой точки самую важную проблему, самую болезненную проблему для Украины – это аннексированный Россией Крым и войну, которая сейчас идет до сих пор на Донбассе, он не сможет это сделать один на один с Путиным, как бы он ни старался. А я уверена, что он хочет это сделать, и он хочет попытаться хотя бы это решить. Мне кажется, что ему стоило бы сейчас попытаться создать новую реальность в каком плане. Ведь мы помним, что Будапештский формат, Будапештский меморандум, когда Украина отказалась от самого большого фактически ядерного потенциала, добровольно абсолютно, беспрецедентно, и получила гарантии от очень серьезных стран. В подписантах там были, напомню, Америка, та же Россия. В подписантах была Великобритания и страны, которые присоединились и дали устные гарантии, но публичные гарантии, которые можно приравнивать к гарантиям, это Франция и, напомню, Китай. Вот то, о чем у нас почему-то не говорят и забывают. Так мне кажется, что сегодня Владимиру Зеленскому можно было бы обратиться публично к главам этих всех стран для того, чтобы предложить им сесть за стол переговоров. Олесю. Потому что вот когда... Да, Максим, я сейчас заканчиваю. Угу. Потому что мы видим, когда Путин встречается один на один с лидерами этих стран, каких бы то ни было стран, я не знаю, что работает. То ли он влюбляет этих людей, то ли он их покупает, то ли он их вербует, а может быть все вместе. Но когда они говорят об Украине за спиной Украины, для Украины ничего хорошего из этого не получается. Два дуже маленьких аспекта. Вы вот зараз сказали про те, что когда Путин встречается с кимось, то там какие-то химические процессы відбуваються. Стосовно репутации Макрона, не тільки ж Макроном єдиним, як то кажуть. Ну дивіться, Німеччина, Нідерланди, Угорщина, де й багато країн, Італія, так, вони всі комплементарні до Володимира Путіна, навіть не дивлячись на те, що вони там не визнають анексію і визнають те, що Росія присутня на Донбасі. Але от їх міжнародна політика, вона говорить про те, що ну, щось тут не так відбувається. Можливо, українські дипломати не допрацюють, можливо, українська сторона щось неправильно робить. Чому вони всі так разом, гуртом комплементарні до Путіна? Це ж не єдиний Макрон, розумієте? І стосовно Будапештського меморандуму, які саме, скажіть, будь ласка, гарантії кожній країни, які ви назвали, давали саме Україні? Які гарантії?
Ну, я начну со второго вашего вопроса. Гарантии безопасности, территориальной целостности, и в том числе мы можем рассматривать гарантии экономической безопасности в том числе. То есть фактически мы можем еще и на компенсации какие-то претендовать. Но это же все, Максим, это уже переговорный процесс. Это уже главное в него вступить и вызвать, собственно говоря, всех этих лидеров, ну, фактически эти страны, людей, представляющих эти страны, и попытаться усадить их вместе за стол. То, что касается остальной Европы, то, что касается других стран, которые, казалось бы, должны были по-другому себя вести с сегодняшним агрессором номер один. Ведь они это тоже хорошо понимают. Но смотрите, если бы... Здесь я уже скажу об Украине, потому что от нас, от нашего поведения, от того, как ведет себя наша власть, очень многое зависит для нашей репутации в мире. Потому что если бы наша власть предыдущие 5 лет показывала то, что она некоррупционная, честная, любящая свой народ, тратящая те деньги, кредиты или транши, которые выделяют европейцы на борьбу с коррупцией, на какие-то реформы, тратила их по назначению, а не оставляла в карманах чиновников и властных людей. Вы же понимаете, что все эти ребята, которые европейские ребята, которые участвуют в этих процессах, но они же все прекрасно знают. Просто они не все могут говорить публично. Зато они все это с удовольствием обсуждают кулуарно. И тогда складывается ситуация. Смотрите, Украина требует, просит, хочет, чтобы Европа ее защищала, жертвуя своими экономическими, в первую очередь, какими-то интересами, то есть вводя санкции, уменьшая торговлю, идя на какие-то невыгодные для своих налогоплательщиков меры. А становится вопрос, а зачем Европе это делать, если сама Украина при этом продолжает прекрасно торговать с Россией, если многие власть придержащие украинцы, высокопоставленные, имеют прекраснейшие отношения с агрессором, и при этом деньги, которые Европа нам выделяет, внутри страны разбазариваются. Так вот, если Украина будет показывать совершенно другие стандарты, а я надеюсь, что эта власть должна показать другие стандарты, по крайней мере, она это заявляла. Тобто ми прийшли до висновку, що насправді свою репутацію, таке слово зараз некрасиве, не буду говорити, але спустила в слівний бачок саме Україна. Репутація перед Європою, коли профукала всі гроші, коли не виконувала зобов'язання і так далі. Я правильно розумію? Ну, конечно, это же встречный процесс. То есть, с одной стороны, Украина вела себя так, как она вела, и вот мы получили эту ситуацию, а с другой стороны, Европа прекрасно этому обрадовалась, потому что таким образом она еще и получила моральное какое-то там право говорить о том, что да ладно этот агрессор, да ладно там что-то, можно с ним дальше продолжать дружить, обниматься и вообще наплевать на эту Украину. Но следующая ведь может быть любая другая европейская страна. То есть вот дальше, чем тактика, стратегически почему-то эти страны не думают. Потому что аппетиты ведь Кремля могут распространиться не только и ограничиться не только Украиной. Почули вас, дякую. Олеся Басман була з нами на зв'язку. За те, що доєдналися. Олеся Басман, головний редактор інтернет-видання «Гордон», з нами була на зв'язку. Ви знаєте, в цьому контексті...